Пришли на дачу, а тут ежик в яме, бедненький, барахтался, нарыл такие четыре хода нарыл. За жизнь свою боролся. Сейчас мой сыночек прыгнет и спасет его. Тяжело ему было. Наверное, всю ночь провел здесь. Вот так его аккуратненько. На лопатку. Сейчас мы его запустим в конец огорода. Я думаю, что с ним будет все хорошо. Сиди хорошо на лопатке. Куда ты? Вот так вот. Слава Богу, живой остался. Хороший мальчик. Молодец, твой молодец. Не будет, все хорошо. Смотрите, он пошел. Он пошел, слава Богу, с ежиком все хорошо. Умничка какой. Умничка. Чуть, наверное, инфаркт не получил, сидя в этой яме. Посмотрите, какая у него мордочка. Ручной. Смотрите, я даже руку протягиваю, а он какой молодец.